Теперь уже точно. Анна Плетнева и Алексей Романов снова вместе. Уладив все личные конфликты, бывшие коллеги по группе «Винтаж» примирились и уже записали новый хит «Белое», который смог, пусть и ненадолго, но сместить с постоянного первенства в iTunes LG. Пожалуй, это первая за последний год успешная работа Плетневой. Пока певица старательно искала среди авторов замену Романову, ее песни уже даже не пытались бороться за призовые места в чартах. «Белое» — явный претендент на звание главного зимнего хита. Творческий тандем Плетнева-Романов, судя по всему, намерен наверстать упущенное. За месяц Нового года за плечами у них уже записанная песня и снятый клип, который обещает вновь шокировать поклонников.